Культурно-образовательная платформа «Метро», которая делит здание с молодежным центром «Нур», обрела окна. Так, помещение, некогда служившее складом, планируют сделать одним из популярных мест для творческой молодежи города. Чем же станет обновленное метро для набережных Челнов, расскажем далее. Реконструкция здания проводится по федеральной программе поддержки моногородов. Один из ее этапов предполагает создание условий для досуга молодежи. На ремонт заброшенного помещения было выделено 9 миллионов рублей. Здесь были складские там, помещения, овощехранилища, холодильные камеры ресторана. И было ощущение там такого подвала, заброшенности. Сейчас уже видно, что установлены окна, сделаны новые проемы. Будет светло в помещении, уютно. После установки окон здание смотрится совсем по-другому, как внутри, так и снаружи. Когда ремонт будет закончен, площадь помещения увеличится на 100 квадратных метров. Благодаря такому расширению многие проекты, которые вынуждены были свернуть на некоторое время, вновь будут запущены. И было и в три с половиной раза меньше пространства, холодно, текла крыша, то есть было очень много таких неприятных моментов. И мы их возвращаем, и эти проекты, в том числе запускаем новые. Основные ремонтные работы должны быть закончены к концу этого года, после чего запланировано благоустройство прилегающей территории. Полноценная работа культурно-образовательной платформы «Метро» должна быть возобновлена следующей весной. Ксения Шулакова, Любовь Захарова, Андрей Буслаков, Челны-24.